лампочка вот одна только вот горит, где вот эта площадка. Все. Больше нету. Здесь даже нету столба. И машины освещают, ничего не видно. И начиная вот оттуда, вот, от сказки. До касс тоже темно. В общем, короче, вот оттуда, оттуда идешь вот до тех пор, и всего лишь один фонарик. Жители сетуют на то, что на игровой площадке пока что временно нет освещения. В остальном же зона отдыха их устраивает. Для детей-инвалидов созданы все условия приятного времяпрепровождения. Специальные качели, горки с пандусами, роликовые горки, карусель. Сама детская игровая площадка находится в надлежащем состоянии. Да, мы вот сейчас сегодня видим, что она не до конца еще пока сделана. Вот есть столбы освещения, я только думаю, опоры, по крайней мере, да. Но еще освещение, детская игровая площадка, она еще пока не освещается. Поэтому, ну, я думаю, она еще доделается и придет все-таки в состояние, которое должно быть. Без изъянов на единственной в Московской области площадке для детей с ограниченными физическими возможностями не обошлось. Отсутствует информационный щит. На сегодняшний момент есть определенные требования, как должна содержаться детская игровая площадка. И там тоже входит в нее информационный щит. То есть кто ее обслуживает, номера телефонов этой управляющей компании, либо там подрядчика администрации. То есть, ну и все основные там данные по данной по этой площадке. Сотрудники Госатомтехнадзора также отметили, что на площадке нет урн в достаточном количестве. Всего одна, да и та на соседней игровой зоне. За несоответствующие нормам состояния площадки положен штраф. За ненадлежащее состояние детской игровой площадки грозит сумма штрафов от 10 до 50 тысяч рублей штрафом. И размер зависит от повреждений, да, и от чего? Во-первых, если неоднократно данное уже на данной детской игровой площадке было выявлено нарушение. Ну и, конечно, если в момент вынесения постановления данное нарушение не устранено. Площадка была открыта в рамках благотворительной акции «Соединим два мира вместе», в которой самое непосредственное участие приняли общественные организации Раменского района. Проблема освещения площадки стоит достаточно остро для жителей близлежащих домов. Неудобно гулять с детьми в вечернее время, так как зимой темнеет рано. Планируется, что скоро этот вопрос будет решен, и на уже заготовленных столбах появятся лампы. Илья Залевский, Сергей Григорьев и Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».